сегодня сделал себе маленький подарок. Вот погреб, вот кега с American Pale Ale. Это понятно, углекислый газ. Там шумит сейчас уже осушитель воздуха, потому что там у меня колбасы уже покрылись благородной плесенью. Теперь надо дать движение воздуха. Вот. Вот выходят шланги на улицу, в стенку. И вот оно. Не бог весть, конечно, какой дизайн. Ну, подходишь, берешь кружечку и, не знаю, как налить одной рукой. Ну, в общем, поверьте мне, прямо наливай. И можно в бутылочку. Все, просто кайф. Сбылась практически мечта идиота. Единственное, что одно сверло я там похерил. Не хотела проходить. Вот такая штука. Красота.